Эй, гайз, с вами Айснайт, друзья, мы стартуем с дримхаком американским июньским 2021 года, а пока что смотрим пистолетку Pain Gaming First Impact. У нас карта Демираж, как видите, уже первые два минуса пошли от First Impact, притом они поступили от Брэда Уолкера. Хорошая, простая достаточно раскидка, пода, уверенно вышли, и достаточно тяжело здесь будет что-то придумать сейчас Pain Gaming, и кажется, они на самом деле... действуют втроем с КТ, но пойдут ли они окончательно все-таки здесь на ретейк? Какие-то есть, гранат, к сожалению, нет для того, чтобы нормально выйти. Да и дым там все еще лежит в джангле, так что оттуда просто не выйти. Хардзао, Найкес просто банально не выйти, у него слишком мало хп, если любым пострелом просто заберет его. Однако Бигзор Хардзао дает по минусу. Есть игрок в коннекторе, знают, и есть игрок в яме. Вот в чем проблема. Хардзао должен забирать, да, и не хватит, кажется, времени Хардзао, даже если он убьет, подобрать киты и раздефьюзить. Но хорошая попытка от Pain Gaming, в принципе, 3 в 5, почти хватило времени, совсем немножко не хватило, совсем чуть-чуть. Но такая возможность была. И что у нас, техническая пауза сразу со старта? Или же все-таки... Ну, вряд ли это был бы... Тактический тайм-аут, нам бы показали чей. Пошел бы отсчет обратный, так что, скорее всего, это технически. Естественно, у нас есть фаворит в этом матче. И это Pain Gaming. Собственно, такие у нас, друзья, коэффициент на данную минуту. Это на всю серию Best of 3. Pain Gaming 1.0679 на First Impact. Ну, а пока пауза, собственно, давайте я... представлю коллективы, возможно, кем-то из них вы не знакомы, ну, Pain Gaming, я думаю, о бразильцах вы должны были слышать, неплохо выступают, неплохо играют, и о них, может быть, не так часто упоминают, по крайней мере, внутри региона о них стоит говорить. Собственно, состав Nekis, Safi, Hardzao, Biguzer, PKL и First Impact, тоже команда, которая, ну, может быть, не в каждом турнире североамериканском участвует, но регулярно играет закрытые квалификации. Очень редко, но бывают и такие моменты, их зовут напрямую. Ну и их состав с одним канадцем, Волкер, с него и начнем. И следующие 4 американца. Брэд, Грейп, Инсейн и Дэн Джорис. Вот такой состав. Собственно, эта команда вышла через закрытую квалификацию. Если вы их смотрели, то, видимо, вы их смотрели вместе со мной. Хотя мы не все матчи First Impact достали, потому что они выиграли свой первый матч, а уже после продолжили путь по нижней сетке. Ну и вообще, по-моему, мы только на один матч их попали. А пока Force от Pain Gaming. Взяли 3 дигла, взяли по масс скаут. Хардзао, учитывая, что у него 3 фрага, за счет этого как раз-таки сумел взять ФАМАС. Возможно, он и сыграет сейчас решающую роль, учитывая, что он под Б. У него как раз-таки должен выскакивать здесь Дэйн Жорис. Флешка, моменталка, но она никак здесь не подействует. А вот эта моменталочка, отработает ли Хардзао здесь? И никого вообще не убивает, очень жаль. А вот этот единственный нормальный убивать потерянный, хотя, опять же, если вы никогда не стоит недооценивать. Ой, 2 молика. О, один из них, в принципе, особо-то не нужен был игрокам по имени, а вот второй был потушен. Все, немножко так и застыл. В принципе, они бомбу даже не подносили, то есть до последнего непонятно, куда они выйдут. В окно отправляет смоук Брэд. И что, занимать центр побегут? И потом сыграют сплит, то ли А, то ли Б. Ну, вообще, окончательно мид занимает. Коннектор закрыли, окно закрыли. Все проверяют. Но выход будет под Б. Учитывая, что там именно как раз они сделали этот минус. Но за это время Бигузер успел подобрать ФАМАС. Возможно, именно сейчас ему удастся дать один минус. Плохая стрельба, тем не менее 2 на пол хп. Убивает Брэд, у него была бомба. 20 секунд до конца, немножко время просто потянуть Бигузер, надо было жить здесь. Но этого не произошло, бомба ставится на дефолт. И что тут может сделать? Некис может идти сейвиться. А Сафи, ну ему, в принципе, здесь ничего особо не надо. У него максимум, что это дигл останется. Хотя, опять же, в следующем раунде все-таки стоит с чего-то начинать играть. Хаешку залетать, немножко задевать Грейпа. Но поверь, то, что пейны сейчас как-то выйдут. У одного армора есть, у другого нет. Но при этом Калаш как раз чекает окно, там просто невозможно будет выйти Некизу. Ну, напоследок, попытаться что-то унести. Вот, возможно, Сафи повезет. Ах, ах ты! Получил прострел, похоже, в клюв.
в голову. Еще открывается под один калаш. А, как раз он пытался убить Галю, то есть он стрелял по инсейну. Но в итоге второй раунд уходит копилки Third Impact. Вновь взрывается бомба. Уже это подметим. Ну а Некис так все-таки и унес этот дигл с армором. Не факт, что он ему поможет в этом раунде, но хотя бы хоть что-то будет у Pain Gaming. Хотя в теории Сафи мог бы что-нибудь и прикупить, но, наверное, все-таки лучше оставить побольше денежек. Можно будет купить АВП и еще даже какие-то гранаты с армором. Это явно будет получше. Что касается выбора карт, то, что у вас на экране появилась эта информация, но я в любом случае ее продублирую. Даже, наверное, более подробно. Собственно, First Impact забанили Dust 2, Pain забанили Overpass, First Impact кликнули Mirage, и, кажется, у нас сейчас завершится выход, после этого продолжим мысль. Пока что запомните, что First Impact кликнули Mirage. Это их выбор. Там уже выходит Пада, Грейп, Insane, по минусу находит. Бигузер пока что последний ждет все-таки игрока с коннектора, Пикель пробегает. Ой, а вот и Бигузер все-таки выстрелил. Одного забрал, теперь нужно носить отсюда ноги, но вот и еще раз Бигузер здесь встречает. Калашку бы подобрать. Хардзал прошел мимо него. А, опять же, это Галил. Так и хотелось бы, чтобы это был калаш так же, как и мне, но нет, это только лишь Галил. А второй девайс просто там не удастся подобрать игрокам Pain Gaming, поэтому Хардзал... Ну что, до конца пойдут? В этом на самом деле есть смысл. Как одновременно есть, так и нет. Ну вот, Хардзал разменял Бигузеру, что-то, в принципе, опять же, плюс возможность немножко денежек заработать. И даже немножко сэкономить. Если унести Галил, это неплохо. Пока отлично начал твердый пак. Ну вот первый девайс на раунд. Тут бразильцы должны серьезно ответить. На самом деле за закрытые квалы мы видели пару матчей, где выиграл аутсайдер. Притом это, по-моему, кстати, первые два дня было, где прям ну, вот жестко. В принципе, у нас там чуть ли не во всех матчах были коэффициенты прям очень жесткие. Либо один там и один. Имеется в виду 1,1. И где-то в районе 5-8, ну, в зависимости от команды. АЕшка тут тем временем не залетает, Бигузера закрывает все-таки Бретта. Но там же есть Тавик, и Бигузера, ему только что, в принципе, повезло. Это было очень на тоненького, очень близко. В итоге пока большинстве пойми, но это какой-то фейк-бэ. Положили дым, бомба все еще окончательно не приняла решение, куда направиться. Занимать хотят пока мидл, там есть игрок на шорту, есть игрок рядом с коннектором, в принципе, PPL, не знаю, пойдет ли сейчас в окно, если заглянем в окно, в принципе, будет очень вовремя, возможно, этот пик. Ну так, более осторожная позиция занимает, то есть Бигузер просто смотрит шорт, у PPL позиция сейчас вообще на лестнице, почти в углу на стейрс. Занимает нычку, однако Бигузера, великолепный тайминг, второго же сюда и третьего сюда же, какой ужас, Third Impact, как же этот раунд складывается просто худшим образом для них. Рейнджорис, так, его только что слышал Пикель, сейчас должен закрывать Некис. А в итоге закрывает Сафи, бомба слишком далеко, тут главное для Рейнджорис, что он все-таки был погибнуть. До тайминга, ну, в определенной степени в этом был смысл, а в итоге два авика закрывают, забирают следующий раунд Pain Gaming. Но Сафи все еще с нулем, так же и PKL. Тем не менее, это не мешает Pain Gaming взять свой первый раунд на выборе соперника. Возвращаясь к выбору команд, еще раз быстренько пробежимся. Только опускаем первые два бана, но тем не менее, Third Impact выбрали Mirage, Pain выбрали Milk и третья карта Engine. Ну, наверное, все-таки подробнее еще раз пробежимся, но уже в другую паузу, какую-то, наверное, более продолжительную, чем в 10 секунд. Торопился Денджорис, возможно, услышал скоп.
Все-таки решил притормозить. Тем не менее, бегу зеро. Какой хороший прострел. Так, по нему тоже попадают. Помогает. Фордзол. Прострел как раз убивает инсейна. Моликом немножко так отталкивает Дэнджорис. Потому что если бы Дэнджорис успел пройти, пока тут Фордзол залезал на машину, возможно, был бы прорыв под Б. Хотя там еще был Сайфин. Он, в принципе, из кухни, если что, посмотрел бы. Интересный такой подход у Pain Gaming в этом раунде был, да? Два авик были под Б. На самом деле, это вполне могло сейчас сработать. Если бы Third Impact все-таки до конца пошли. Найкес. Не то чтобы он подпушил яму, просто так внутри занял позицию. И при этом Грейп им не справился. Волкер с 8 хп, так что у Third Impact здесь тяжело как-то будет проходить. Тем более еще и Брэд с 7, но хотя бы дает минус. И появляется надежда, что 3 на 4 можно выйти. Никогда нельзя исключать. Вантап. Некис. Ой, какой кошмар, какой тайминг. Однако Некис уворачивается, как вовремя. Слушайте, нет, ну тайминг тут сулил, конечно, в итоге ему удачу. 20 секунд до конца, ну, тут Брэду мало что оставалось. Либо ты убегаешь стоит, либо ты все-таки играешь до конца, пытаешься где-то найти игрока свободного для себя, для фрага. Может быть, если бы он убивал авик, он бы его просто забрал бы и сейвил. Но что получили, то получили. 2-3. Начало было неплохое от Third Impact. На самом деле, если так подумать, два раунда могли закончиться и в пользу Pain Gaming. До этого не дошло. Немного не хватило времени на пистолетки. Возможно, если бы выжил игрок с китами, да, и не пришлось бы последнему, кто там трипл килл сделал, Хардзау, да, у нас на пистолетке. Если бы Хардзау удалось быть со старта с китами, возможно, все бы изменилось. Ну, с другой стороны, были бы киты, соответственно, возможно, не было бы армора, возможно, он поэтому не дал бы свои 3 минуты. Так что, было то было, но времени на дефьюз уже не было. А тут экономический Third Impact. Ну, давайте автоматом запишем все-таки, наверное, Pain Gaming. Третий раунд. Но здесь что-то колоссальное должно произойти не в пользу пейнов. Не представляю, как здесь бразильцы должны ошибиться. Очень грубо должны. Однако, Third Impact может выбить девайс. Еле-еле одного хотя бы забрал. Потом дальше бегут, открывается. Бегу Зеро, промахивается Сафи. Накид еще закрывает Брета. Последний остается Дэнджорис, который хотел забрать дигл. Но пикнуть не удалось. Ну, хотя бы один девайс выбили, конечно. Можно было бы согласиться, что положительный момент был бы в том, что они забрали двоих. Но в итоге только одного. Это, наверное, все-таки на экономическом недостаточно. А два — это уже о чем-то говорит. И продолжает пока Пейны играть с двумя авиками. То есть они их не теряют. Может быть, не активно пока пользуются возможностью двумя авиками играть от защиты. Но все может измениться. Красиво. Бегузера, Сафи. Забирает Пикель справа, не обращает внимания. Последний волкер. И не смог закрыть от кинетиза. Вот этот раунд был уже на самом деле быстрее и эффективнее пейнов, хотя могло быть еще круче. И тем не менее 4-3. Уже 12 фрагов у Бигузера. Вот кто-кто, а он не собирается останавливаться, судя по всему. Вполне, мне кажется, такими темпами можно дойти до 30-ки. Всего 7 раундов, потому что, да, у него уже почти в 2 раза больше фрагов. Количество сыгранных раундов. По-моему, было попадание, да? Воу! Воу, Дэнджорис, и здесь стоит хедшот! Ну все, говорит, ребят, я бэф вскрыл. Hello. По бомбе хотим нести сюда. Ах ты, и здесь попал, но не убил. Флешка. Не попал, по-моему, флешка. Это не по пикелю. И тот открывается. Зачем ты лезешь на одного снайпера? Да, ну конечно, тут опорников он размазал. Однако, Сафи. Одного закрыл, второго нет. Со спины, кстати, больше не ждет.
И возможно сейчас еще один авик отдаст игрок Пейн. Что-то сомневаюсь, что Саф еще посмотрит спину. А Сафи успевает при этом забрать инсейна. Некис дает минус. Он 1 в 2. А бомба все еще не стоит. Опоздал, опоздал Некис. Хотя перестреляет авик и сразу переводится на дигл. Что творит Некис, а? 5-3. Казалось бы, все, мертвый раунд. Вы 5-2 получается, да? И при этом все равно 5 в 2 First Impact не смогли выиграть. Хотя казалось бы, все, у вас игрок с диглом скрыл Б. У... Так, а куда он? Куда он выкинул ФАМАС только что? В принципе, его достать можно. А, ну нафиг надо. Ну ладно, окей, видимо, только что деньги впустую ушли. Бывает. Не понял, зачем он купил ФАМАС и потом его выбросил. И тем не менее, вот сейчас это точно был тайм-аут, скорее всего, от First Impact, потому что как вы могли, могли проиграть такой раунд, ну, уму непостижимо. Да, это был тайм-аут как раз от них. Чтобы успокоиться, возможно, они там пребывают в небольшом шоке. Ну, а у нас пока растет коэффициент на First Impact, 11.12 на всю быструю 3 серии. В принципе, на закрытых валах как раз таки ну, были свои сложности у First Impact. О них чуть позже пока. Выход, Грейв закрыл Некиза, Сафи. Есть размен, Брэд, Пикель не умудрился дать минус, однако берет щупки на второго тоже. И от него 2 минуса уже последовало. А бомба-то выпала. Уолкер, Брэд последний. Правда, Брэд очень долго пока выйдет с Палоса. А пакете должны знать, наверное, все-таки пейны. Забирает Брэда. Последний Уолкер также закрыт снайпером. Ну, Бигузер пока, видимо, все-таки нажал на педаль тормоза, пока немножко остановился, дал команде порулить другим игрокам поделать фраги. Пока на 12 остановился. Успели ли в First Impact сыграть Мираж? За время закрытых квалификаций 2 раза. Против ГГПР и против X13. Притом оба выиграны были. 1-16-14 против ГГПР и 16-11 против X13. Это пока что на центре снова пистолеты. Однако очень легко зажимает Некиза. Совсем со стрельбой не пошло. Также Бигузер падает. А НАТО больше никого нет. Хотя сюда перетянулся Сафи. Но бомба доливает под Б. И ничего не слышу. Хардзау. Хотя нет, он перешел все-таки на Б. Однако там Брэд еще с эмкой. Ардзао, ну вот. Ему должно очень подвортить, чтобы он кого-то заметил. Кель. Дожал? Нет. 27 хп. Волкер. Поймает лихаешечку. 13 хп. Окей, живой. Еще молик. Носится Волкер. А тем временем бомба установлена под бай. Но Хардзао, стоит ли рисковать с авиком? Как же долго они его выкуривают, не чтобы 2 одновременно молика все-таки выкинуть. Как же это происходит долго? Хардзао взрывает Брэда. Минус М-ка. А вот это уже поинтереснее. 3 на 3. Хардзао торопится. Оп. Так, слева. Увидели. Инсейн закрыл в итоге одного снайпера. Со вторым справится Ли. Почти-почти закрыл. Перевелся обратно. Инсейн закрывает вместе с Дэйн Джорисон, который успел забрать как раз эту самую М-ку, С-очку. И прерывают стрик 6 раундов подряд. Пейнов First Impact. Вот буквально только что. В этом раунде. Опять же, это было не так просто. Снова и снова у пейнов все получается, но иногда где-то немножко не хватает.
принципе, как раз во всех раундах взятых в Fort Impact немножко по инам не хватало. Но здесь все-таки отмечаем, да? Опять же, действие команды Fort Impact на Force раундах. Что-то у них из этого получается. Один раунд они взять не смогли, но в этот раз довели до конца. И, возможно, у Пейнов тоже здесь есть свои проблемы с форсами соперника. Так, Волкер закрывает Некиза. Чуть-чуть ХП потерял. Сапи сразу на размене, дым. Чуть друг друга не попали. Сапи наводится на Грэпса. Еще одну наводится, не успевает выстрелить. На пистолете он как-то выбегал, однако Дэнджори закрывает тем временем Сафи. Пакель с СРС ответить не сумел. 3 в 3. Окончательный выход пода совершается. Бигузера. Есть на него открытие. Долго прокидывал дым. Вот я сразу молик. Молик на молик. И бомбу пока не ставят. Наверное, надо под КТ ставить. Куда ты прыгнул? Сейн, однако, дает минус, одобряет Хардал. Бигузера также отвечает. Последний Волкер. Савиком о нем знают. Его простреливает, Волкер видел только что, но не добьет, скорее всего, простреливать. Убежал с пистолет стрелять. Попал, не дожал. Ах, ты, не хватит. Не дожал немного. И в итоге 7-4. Слушай, а на самом деле, может быть, этот кэф на Pain Gaming слишком большой? 1-0-2, в то время как на Fort Impact 1-84. Ну, с одной стороны, это, наверное, Best of 3 серия, я, наверное, соглашусь, что шансов у Fort Impact мало, но не настолько же, чтобы 1.02 на Пейнов. Хоть бы 1, не знаю, 1.15, или 1.2. Ну, 1.02, ну... Такой можно было бы давать, когда была бы уже взята карта первая. Возможно, все к этому идет, но Fort Impact же все-таки бракаются, не даются так легко. При этом, Сафи. Сафи, открывай все-таки для Энджориса. Но это размен. И еще плюс для Fort Impact. Сафи видел. Ой, чуть не сгорел. 18 хп, убегает Сафи. Тяжелый раунд для Пейнов. Немножко все валится из рук. Однако Бигузара, ух, чуть не дожал, а. На самом деле... Чуть не дожал. Прострел. Сафи. Как же это все рядом было. Размен есть. Ох ты, открывается все еще и под Грейпа. Бигузера последний. Слышал ли его инсейн? Вот в чем вопрос. Однако, КТ уже смотрит. Бигузера остается один в один. Гранат нет. Есть флешка у Грейпа. И он еще пикает на мужика. И с этим справляется. Прекрасно. Еще один раунд для Fort Impact. Ну, таким темпом, в принципе, 9-6 будет смотреться неплохо для Fort Impact. Может быть, не самым лучшим образом, но может еще поработать. И вот деньги закончились у Пейнов. Долго они играли с девайсами, но все куда-нибудь заканчивается. При этом они форсанули, то есть у них есть и раскидка в таком небольшом количестве, 4 дигла, 1 5-7. Но вы посмотрите на деньги атаки, у них тоже особых нет. Хотя 4 калаша и вот один единственный так. Смотрится не так плохо. Горит бигузер, чтобы простреливать его. А может быть нет. Вот только сейчас это сделал инсейн. И Киэль. Встреча пистолетов. Будет ли или пока отменяется? Там выход под Б зато идет. Пока без бомбы на руках. В принципе, по пути я должен забирать Грейп. Фигзера попал. И что, спровоцировал отход с Б из-за этого? Сафи. Четкое попадание по голове. Но время уходит. 20 секунд до конца. А тут Сафи не читается в этой позиции, скорее всего.
А если даже читается, то проверится, возможно, слишком поздно. Однако, выходит на него инсейн, бомбы у него нет. Она вот только-только выходит. Брэд почти не замечает Сафи. Последний Волкер и... Ну да, слишком поздно. Слишком поздно Волкер. Хотя и Дэн Джорис закрыл Сафи, но уже... Время ушло. Так же, как и... Вау! Неужели Волкер выжит? Или после даймера? После даймера? Нет! Погиб только от рук Некиза. Но, тем не менее... Волкер остается без денег на этот раунд. Хотя мы видим, что и у остальных тоже не густо. А это предпоследний раунд. Так или иначе, деньги будут. И слуз бонуса, и при победе. Но, наверное, все-таки рисковать сильно не надо. Взять какие-то пистолеты, раскидку. И 2900 получить сверху. То есть до двух, ну, может быть, чуть больше потратить. Если поставить бомбу, может быть, что-то получится. Ой-ой-ой, неаккуратно, неаккуратно открылся Дэн Джорис, однако Волкер взял в руки инициативу вместе с Калашом. Если убить Хардзау, это плюс Б, плюс Калаш. И на самом деле обороняться будет намного проще Фёрт Импакт в таком случае. Брэд, моменталка, почти попал, кстати, будучи слепым. И тем не менее, вот он, выход от Б, Хардзао. Одного, только одного закрывает. И то это был вообще грейп, грейп, стоп, стоп, стоп. Что происходит? Грейп двоих закрывает. Мне казалось, что кто-то из игроков атаки отлетел, но, видимо, камера резко так перескочила, мне показалось. Некис ПКЛ. 2 в 3. Бомбу поставим. Бай, в принципе, у Фёрт Импакт будет. Но можно получить еще лучше бай, если выиграть этот раунд. Некис, не получилось здесь открыться, Пикель последнее время уходит. Пока откроешься, тебя уже в бочину, наверное, настреляют, все. И у Пикеля тоже денег не будет, остаются без денег Pain Gaming, это и правда выход на 8-7, хотя я ожидал на 6-9. Отсвет импакт, не будем торопиться, вдруг Pain Gaming сейчас с пистолетами выиграет этот раунд. Первый план в любом случае за ними, но... Можно все-таки было развить преимущество и побольше. Интересно, на ХЛТВ в шутку писали в комментариях, что Фёрт Импакт могут выиграть пейнов. Мне казалось, что в шутку. Но пока эта карта складывается вот таким образом. Опять же, пока не опережаем события. Вдруг сейчас этот авик остается в яме. Им воспользуются игроки защиты в таком случае. Сейчас, если Волкер будет так медленно выходить, Сапи закроет его или закроет Некис. И Некис дабл делает со скаута минус два игрока в яме. На ровном месте. Не предвещай никакой беды. И тут еще в коннекторе можно было не пропустить. Бегузер опять Некис ставит хэдшот. Последний грейп, правда, 9-6. Один скаут все разрулил. А пока небольшой тайм-аут.
Итак, друзья, а мы летим дальше. Пока что у нас Лёха, я так понимаю, техническая пауза. Да, легкая техническая пауза была. Вау, что я только что узнал, ребят. Посмотрел, какой счет по параллельном матче, который вы можете, кстати, смотреть на Мегого, конечно же, и Twitch. Но вы можете смотреть в высоком качестве на Мегого. Так вот, там Триумф просто разносит экстра солд. Быть того не может. О май год. Кто бы мог подумать, на самом деле. Я вот что-что не думал, что Триумф будут разносить с таким счетом. Ну такая, знаете, может быть и в меру уверенная игра была, но не совсем у Триумф на закрытых квалификациях. Не сказал бы, что там счет такой был, что вот они сейчас проиграют. Просто были такие моменты колючие, я бы сказал, в их матчах, за которые, ну, такая небольшая неуверенность появляется, особенно когда ты смотришь, ну, вроде бы экстрасол должны быть сильнее Триумф. Но там пока 11-3, кто знает, может быть, будет камбэк. А пока прорыв на А. По-моему, это фейк выход от Некиза почему-то в соло, хотя у него тут был напарник Пикель, который так и не вышел. Возможно, он флешку накинул, но никак не подействовало. А главные парни выходят здесь под Б. Инсейн. Так, его видели в дыму. Он сталкивается все-таки с Хардзао, ну а перестрелять не удается. Бомба будет ставиться. Притом под шорт. Обратно занимает Бигузеру эту позицию. Насколько быстро успеет здесь перехватить кого-то из игроков защиты. Вау, куда это... Это был фейк какой-то от Бретта, который убежал вообще на кухне, да, Касафи прорывает. Здесь все-таки Дэйн Джориса. Понимают игроки атаки, что больше никого с центра шарта не будет. И остается просто перестреливать игроков с кухни. У меня позицию Сафи, Хардзао вовремя прикрывает под бомбу. Можно играться здесь Сафи, прекрасно, у него позиция. Открываться, не умирать, главное сейчас игрокам атаки, а перекрывать просто того, кто будет дефьюзить. И они спокойно их перестреливают. Есть пистолетка для Pain Gaming. Первая немножко не вышла. Сейчас это выглядит получше. Первую карту, еще раз напомню, пикнули First Impact. А у нас коэффициенты, ну, немножко... На самом деле, да, это слово здесь подходит, нормализовались. 1.03 на Pain Off, 10.09 на First Impact. В принципе, они почти изначально были в таком, наверное, счете. Ну, может быть, на First Impact было что-то в районе 9, 8 и 7. Примерно так. А сейчас 10. Но, опять же, это тоже все закономерно. Попали по инсейну, хотя и забрали Хардзао. Но все еще по девайсам преимущество пейнов. Хотя мы прекрасно понимаем, диглы, вантапы могут, как и калаши, отработать здорово. Значит, ставка запустить Naked за прошлом раунде одного на А. Ну ладно, хорошо, вместе с Пикелем, который в итоге так и не зашел вместе с ним. Сработал. А бомба? Под Б. Смотрит спину пока Бигузера. Пикель как раз вот тут возвращается. Сандера. И 45 секунд до конца. Наверное, выход будет на 40 секундах. Полетел дым. Ждут окончательный выход. Флешка. Ее как раз таки ловит Брэд. Инсейн тоже флешон. Однако Инсейн закрывает одного на второго. Переводится на третьего. Что делает? Бигузер последний. 55 хп. Не убивает его Инсейн. 25 секунд. Это все, что есть у Бигузера. Он замечает, по-моему. Нет, не увидел, что ли? Или боится, что его поджали уже. Как только он откроется, его накроет Брэд. Классно сыграли. Черт, и снова... Выстрелит где-то один игрок. Мы видели много раундов, на самом деле, из этих 17. Где-то, наверное, одна... Ну, одна пятая, наверное. Где-то три раунда таких было, где у нас выстреливал один игрок в этом матче. Это был со скаута игрок, это был с дигла игрок. По-моему, с тека или дигла. По-моему, с дигла. Хотя тот раунд, который я один упомянул с диглом, по-моему, как раз-таки это был тот самый раунд, когда First Impact ворвались на Б, дали 3 минуса, 5 в 2, и они его проиграли. Да, у них был форс, но они подобрали девайсы и с ними не смогли закончить раунд. И все же разница небольшая, 3 раунда. Это можно и нужно отыгрывать.
А пока выход под А. Медленный. Минимум гранат был пока что. Вообще, то есть ни одна не была выкинута под А. Вот только-только дым в апартаменты. Дым в яму, который уже нафиг не нужен. С другой стороны, Брэд падает от Бигузеры. Дэйн Джорис жмет, 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 жмет. Одного закрывает только с Мака. Волкер закрывает с Галилы. Это почти все девайсы, которые были с прошлого раунда. И ПКЛ, который... Не знаю, на что надеялся. Прийти в спину с Б, если его команда пройдет на А. Непонятно, какой был план. Тем не менее, вот он один последний, оставшийся в живых. Убивает Грейпа. В принципе, два вантапа и раунд можно еще потащить. Время есть на сервис. 35 секунд. Успел пробежать на стейрс. Как только, правда, он откроется, скорее всего, с одной стороны, сразу будет... Ответка с углом, наверное, не знаю, 45. 15 секунд. Открывается, ну, прямо на пуле инсейна. А интрига сохраняется, пока у нас команды берут во второй половине по очереди раунды. Вот Навик в первой и второй половине, он появляется у защиты. А экономически играть по ины. Взяли только 2 по 250. Брэд перестреливает эту пикель, и тут второй же выскакивает, помогает ему Грейп. Еще голову. Брэд открывается под Некиза. Единственный хэдшот ставит как раз Кинекиз. Второго закрывает, но уже шарта третьего игрока он здесь не ждет. И не менее 2 минуса формы все-таки по ины. В любом случае, немножко, но довольны. Калаш, кольт, АВП. Это они сохранили. И вот она, разница уже в один раунд. Не просто так, у First Impact все-таки Мираж, ну, по крайней мере, находится не в... не последний, давайте так, в списке. Карт, который они играют. При этом Хардзал накрыл Волкера. И сразу размен поступил. Правда, как только сразу кто-то показывает, что делает фраг, сразу его же убивает. Некис при этом убивает Грэп, который здесь пока никакого участия не принимал. И выход под А форме. Хотя и Брэд умудряется забрать Сафи у Брэда. Он должен был видеть, как здесь перебежал Некис. Пытается по этому прострелам попасть. По-моему, он даже попадает. На 15 хп хаешка уже не задевает. Найс, хаешка. Ух ты, если бы она сейчас до Бигузера долетела, а? Возможно, сейчас бы First Impact выиграли раунд, а так остается инсейн. Бросил Брэд, оставил одного, и все-таки пыльные берут раунд. Ну, можно было поверить в один момент, если бы их, правда, снайперы взорвали. Было бы чуть-чуть попроще. Было бы интересно добраться до третьей карты, Ancient. Правда, все-таки я сомневаюсь в том, что будет три карты. Мне еще пока, конечно, ни разу не доводилось комментировать, поэтому... И здесь я буду тоже придерживаться мнения, что мы не увидим с вами Ancient. Пока на прицел Сафи никто не прыгает. Хотя, вот теперь есть инфа, прострел хочет ли... Пистолетик видел, молик. Можно прощаться, наверное, с товарищем. И, в принципе, ни одного хп не потеряли игроки по инсё. Б вскрыто. Осталось только бомбу подобрать. Возможно, перехватить последних двух зайцев. Вот как раз Грейп попадает под пули. И сначала Некиза, а потом Пикиэли. И вот последний Дэн Джорис, который вроде бы как остался на А. Но никому не нужен. Его даже никто не побежит искать.
Хотя... Только что прибежал Сафи просто здесь. Заскопился. Бен Джорис, возможно, испугался. И все-таки пинды, похоже, отправляются на поиски. Как же жестко топает здесь Сафи, а? Просто тук-тук-тук-тук-тук-тук. ПКД просто топал. Понятно, что Дэн Джорис напрягся, но тем не менее Хардал его накрывает. 5-0. Плюс экономика для пейнов. Ну да, по сути так и есть. У Фертенбак как раз таки это лучший карт. Мираж. Из 9 сыгранных карт 66 винрейт. Было бы классно, если бы винрейт был бы не 66 и 70, а 66 и 60. Три шестерки. Адские три шестерки. У них как раз таки три полоски. Правда, одна выделяется. Но в какой-то степени... Можно было бы их как-нибудь загнуть, получилось бы цифра 6. А пока минус грейп. Возможно, пейны на этом закончат сейчас. Этот следующий раунд в свою пользу. Глядишь, уже и будет конец миража. И все к этому идет, на самом деле. 2 в 4. Подключается Пикель очень вовремя на инсейна. Последний бред. Да, ему тут еще и выйти не дадут. А, тем более его можно накрыть. И с этим справляется Пикель. Предостаточно фрагов уже у всех игроков Pain. Хотя мы не видим особо отстающих у First Impact, да, то есть там 10, 13, 17, 13 и еще 13. То есть нет никого меньше 10. Бигузер в один момент все-таки вновь начал разгоняться. У него уже 23, это главный фрагер на карте. А пока экономический ответ импакт. Есть, отстающий один минус справа. О, чуть своего не убил Бигузера. Как раз я хотел сказать, что Беспад успели с окна забрать Пикеля. При этом Инсейн ворвался на Бигузера, но только лишь покормил его в очередной раз. Последний Волкер вместе с Бреттом. Правда, они действуют не вместе. И это хорошо на самом деле, потому что Бретт уносит калаш. Или все-таки вернется помогать. Кинул дым, который подобрал. Олег Хардзал закрывает Волкера. Бретта непонятно видели на радаре. Видимо, нет, распростреливает дым. А может, как раз таки мельком заметили его. По-моему, к нему даже лезет здесь Хардзал. Не факт, что он прочекает Бретта. Именно в этой позиции все-таки не делает этого. Бретт и еще одного мог бы закрыть. Плюс авик бы, но с другой стороны, надо хотя бы что-то засейвить. Со спины последний момент Бигузера. Хищник почувствовал кровь. Успел в последний момент отгрызть кусочек от соперника. 25 фраг для него. 39. И в двух раундах Pain Gaming от того, чтобы перейти на свой выбор на нюк. Нюк, ну по сути, у First Impact тоже неплохая карта. Четвертая. Хоть каким-то оптимальным винрейтом, да, хоть присутствующим на их ЛТВ. Больше, чем три карты хотя бы сыграно. Волкер все время закрывает. Но Экюзой почти забрал Бред еще с Сафи. Если бы потеряли бы и Сафи, наверное, у пейнов были бы серьезные проблемы. Но, опять же, они выиграли раунд и 2 в 5 за защиту. Так что за атаку 3 в 5, я думаю, можно было бы еще что-то соорудить. Пока никуда не торопится, если только тут Пикель что-то не найдет. Инсейн, добежит ли до конца? Одно хп, прощайся с жизнью! Хардзал убежит. Но там два битых. А хаешек-то нет, есть только молик у Дэн Джорис. Он в какой позиции вообще находится? Он вообще пушит А. Прошел уже Пэлс, кстати. Закрыл брата. Если сейчас под Волкера не открыться, в принципе, можно спокойно ставить бомбу.
Притом под шорт ставит. Было близко. И здесь есть контакт от Дэн Джориса, а остальные-то в сайте находятся. Как же тяжело Хардзелл открывается под игрока на шарту. И Гузера просто играет на время. Открывается один на второго. Перевелся, но этого не хватило. Я не мог его найти. Успевает. Как же они долго не могли бомбу-то найти, а? Хотели проверить дефолт, только потом поняли, где она находится. Ну что ж, еще пока немножко поиграем, говорят Fort Impact. Ой, я думал с ножа прыгнул. Нет, это было попадание от Уокера. Такой мощный звук был, хаешки. Вы-то знаете, вот эту хаешку кастрюли накрыла. Хардзелл не дожал инсейна. Еще одна попытка, а шансов уйти, ну, было мало, если бы Молик пролетел от инсейна. А в итоге все-таки уходит. Потом идут пода в меньшинстве пыльной. Деньги у них будут на следующий раунд. Но это шанс. Еще один. В отличие от предыдущего раунда, у Fort Impact выбить девайсы, сломать экономику, даже если не выиграть этот раунд. И оставаться в двух шагах на этой карте. Все еще, хотел сказать 2 в 4, но вот Бигузер последний. Правда, это монстр, 30 секунд у него есть. Осталось только найти соперника, одного нашел, не добивает, на второго переключиться не успевает. И еще немножко поиграем в Fort Impact. Берут 11-й. А возможно, мы просто ждем, пока Бигузер сделает 30-ку, а уже после этого пыльный закроет. Я думаю, он 30-ку сделает. Даже если вдруг Fort Impact сейчас... каким-то чудом выиграют 16-14. Вполне Бигузер сделает больше 30-ки. А если сейчас 16-11 закончит пейны, ну, опять же, вполне за 2 раунда можно будет найти 2 раунда. В одном из раундов, в принципе, 2 фрага. Софи! Как он не попал? А еще попыточка. А можно и умереть. 24 хп у Сафи. Горит! И не сумел спрыгнуть инсейн почему-то вниз. Его добил сам Сафи. О, а еще халява. Минус грейп. И дальше пушить пошел Дэнджорис. Ну, по-моему, это ошибка. Прямо на Сафи вышел. Но мы-то понимали, если Бигузера в палосе, то его кто-то чекает. Чего не знали здесь игроки Fort Impact. В итоге остались 2 в 5. Пытаются сыграть вместе. Непонятно где. То ли под Б, то ли под А. Хотя пока сместились под Б. Именно там Волкер пока высматривает выход с апартаментов. В то время как Брэд смотрит спину. А вдруг кухню подожмут. Треть секунд до конца. Ну, уже можно выйти спокойно. А здесь все закончится неудачно для Fort Impact. И еще хуже может стать ситуация, если они не засейвят эти 2 девайса, потому что денег не будет. Еще могут выбить их. Тут уже, в принципе, все на Б пришли.
Брэд пока не палится. И все-таки не упускать момент. При этом Волкер закрывает бегу Зеро. Пробегает дальше Волкер. Ай-яй-яй, Молик не успел выкинуть. Пол хп. Выживет ли? Брэд падает. Волкер, пол хп. Пол хп. И не убивает он Некки. Затеряет все девайсы. Ферт импакт. И остается без денег. Только диглы могут чуть-чуть помочь. Ферт импакт. Эта карта должна уходить игрокам Pain Gaming. Но на нюке может получиться все иначе. Там можно даже, наверное, и ТБ не увидеть. Ну, может быть, 16-9 и будет. Но до десятки могут Ферт импакт, наверное, и не добраться. Никто не отменяет, не то чтобы рандомные, но все-таки вантапы. Пока минус Волкер, следом. Дейнджорис тоже не дает минус, так же как и Грейп. Последний Брэд Инсейн. Вот здесь есть хедшот. Молик очень долго выбрасывал, пока что жив. Попытка кинуть дым. Чуть не сгорел Пикель, но наперед он, кстати, не побежал. Боялся, видимо, отдать калаш. Но тот шанс у Брэда очень мало. Он пытается здесь быть зажатым. Его зажимают, его почти убивают. Брэд бежит дальше, прямо на Некки за прямиком ему в руки. А Инсейн последний. Он вообще на... Инсейн! 36 хп. И умирает от Хардзел. И не сделал Биг Зера 30-ку. У него 29, друзья. Только лишь 29. Ну а карту забирает Pain Gaming, друзья. А мы пока уходим на небольшую музыкальную паузу. Рекламную, конечно же, тоже. Поэтому далеко не разбегаемся.